Здравствуйте, милые мои, дорогие, уважаемые. У вас была такая небольшая шокотерапия, я так поняла, по вашим комментариям, да? Ну, во-первых, давайте будем думать не только о милоежках, которые любят смотреть, когда глотают. Подумаем и о тех же, которым не имеет значения, глотает или нет. Главное — хруст и чавканье. А вот. И как я уже говорила, вот там смотрела, кстати, девочка, извини, пожалуйста, забыла имя. Кто смотрел все мои видео, да, я там говорила в одном из видео, что я не глотаю мел, кроме желтой и туркестан светлый. Вот, они сухие сорта, я могу их глотать. И даже их люблю очень. Остальные я просто не могу глотать. Мой организм это не воспринимает. И иногда будут такие видео, где я не глотаю. Потому что у меня еще есть видео. Ой, этот глина там, который мне привезли когда-то с Кавказа. Вот даже их название я не помню, извините. Вот оно у меня еще лежит, вот такой цвет у него мрачный, я все никак не могу его как бы вот взять, да, так сказать, попробовать, потому что цвет темный-темный. Ну вот, а так всем большое спасибо, нас уже больше 2000, я благодарна вам, желаю вам, чтобы у вас все процветало в вашей жизни. Здоровья, счастья, благополучия, чтобы всегда сопутствовали эти вещи вас. Вот. Ну и так немножечко, наверное, похрустим. Меня просила девочка поесть мокрый мел. Но я его тоже немножко не очень люблю, но я его поем, потому что девочка просила. А вот сегодня у меня здесь шедевр и северский. А вот, я не знаю, какой из них можно будет поесть в воде. Ну, как более вкуснее будет. Я в воде не ела вообще. Вот один раз на видео перед вами маленький кусочек я поела. И все, ну, было вроде ничего. А вот, и, наверное, приступим, да. Будет у меня, конечно, прямая трансляция, я думаю, что совсем скоро. И там мы с вами обсудим. И кому не нравится, когда я не глотаю, если хотите, я буду писать «не глотаю» видео, вы можете его не смотреть. Вот, чтобы знали, да, какое там видео, что вас ожидает, чтобы у вас не было такое шоковое состояние. Вот. А так всем, девочки, мальчики, спасибо, что смотрите. Вот действительно от души. И там было сказано так некрасиво очень. Ну, для меня некрасиво, может быть, для кого-то это нормально. Что я набрала подписчиков и теперь могу не глотать. Ну вот, кому не нравится, вы можете отписаться. Правда, потому что много милоежек. Очень много. Я их тоже всех смотрю. У меня есть тоже определенно любимые милоежки. Люблю их смотреть. Не буду произносить, кто это. Но вы, наверное, догадываетесь сами. Вот. Поэтому я думаю, что все милоежки, то есть у них у всех есть видео, где они не глотают. И реакция почему-то нормальная. А вот у меня реакция была, как будто я вначале сказала, что я все на свете глотаю, и потом такая реакция, да, интересная очень была. Но это ведь не так, я этого не говорила. Я глотаю мел всегда. И два вида желтых глин. Кстати, я заказала чуйскую, на вкус я его не пробовала. Если он мне понравится и подойдет как бы для моего организма и желудка, я его, может быть, буду глотать.
Вот. Но Туркестана, к сожалению, светлого у меня нету, а есть только желтая глина, которую я могу глотать. Вот. Голубая у меня оставалась, я ее заказывала со Стамбула когда-то. Ну, вот она так и лежала у меня. Я просто решила его вот как-то уже уничтожить. Вот. И то вот было много возмущений. Я не стараюсь, конечно, как вы говорите, сначала набрала, а потом вот так. Нет, вы для меня дороги всегда. Я думаю, что любая аудитория, да, так скажем, и за экраном все, кто есть и смотрит меня, вы для меня дороги, и какая-то часть как бы уже в моей жизни присутствуете, поэтому не надо так говорить, я к вам так не отношусь и не буду относиться. Даже те, кто пишут пакости, я даже к ним не могу относиться плохо. Вот. Ну вот я сейчас, наверное, нажму на стоп-кадр, потому что азан у нас, кому-то не нравится было возмущение. И потом продолжу. Окей. Так. Ну вот, закончился азан. Можно, наверное, продолжить, да? У меня тут еще есть кусочек, который, помните, оставался в глине. Я его так решила посушить. В общем, он так высох, что даже прилип к тарелке и не хочет отлипать. Вот. Ну, наверное, приступим. Попробуем, конечно, для вот нашей девочки по просьбе в мокром виде, да? Звуки, конечно, приятные. Положила я водичку. Ой, вы знаете, это... В общем, оно треснуло. Вкусно. Вкус бетонный, но вкус усилился в воде. Так как я откусываю большие куски, в любом случае придется разжевывать. Глотать я, извините, не могу, не разжевав. Но это нереально, вы можете сами попробовать. Те, кто возмущается, что я долго жую. Возьмите кусок, откусите такой же, как и я. Попробуйте. Это невозможно. Если вам это не нравится, я буду откусывать маленькими кусочками, и это будет как бы процесс более быстрый. Либо придется срезать.
Есть железистые вкрапления. Ну, скажу честно, я люблю сухой мел. Вот. Ну, давайте поедим. Я думаю, шедевр. Кстати, шедевр мокрый тоже можно, да, немножко попробовать. Что-то маленького кусочка у меня нету. Возьмем такой, маленечко намочим, чтобы мы знали, какой вкус он приобретает. Во влажном виде. Боже, это божественно. Наверное, так. Продолжим. Девчонки, такой запах. Побелка. Побелка, побелка. Шедевр в мокром виде. Шедевр, точно. Вкусно. Взяла запасную водичку. Думаю, вдруг не хватит, да? И еще хочу поесть, наверное, вот так вот. Маленько взять уже, скажем так, натуральной пасты. И вот сюда. Ну, прям вот сразу вот приклеилась, да? Как-то вот так. Смотрите, какая прелесть. Во-первых, она такая напудренная. Супер, это шедевр. Ну и ну уже как-то время для меня уже час, поэтому можно немножко поесть так.
Вкусно. Попробуйте. Я еще люблю со сгущенкой. Но у меня здесь нету сгущенки. А так вообще так вкусно, знаете, со сгущенкой. Хочу вам сказать, что я ем на камеру так же, как я ем в обыденной жизни своей. Поэтому в обыденной жизни я все-таки люблю пожевать долго. Потому что больше чувствуешь вкус. Но для чего и ешь, да, его? Мы ведь едим, потому что наш организм требует именно этот вкус. Ну, это я вот так ем. Потому что этот вкус, особенно когда на улице дождь пойдет, все, я у окна. Начинаю дышать этим воздухом после дождя.
Ну, вот этот, да, запах, вкус. Это ведь самое главное значение. И поэтому мы едим этот имел. Вот из-за этих причин. Поэтому, когда жуешь, ты ощущаешь эти вкусовые качества больше, чем когда ты просто хотят, чтобы я просто жевала и глотала. Но это тогда лучше есть не на экран, наверное. Потому что я хочу почувствовать вкус того, чего я ем. Вот. Давайте попробуем этот кусок, да, который высох у меня так там в глине. Кстати, так он высох. Вот глина высохла и стала белой. Желтая глина серой стала. Вот. Я думаю, сейчас вообще все посыпется, конечно же. Мало что он говорит. Еще надо было просигналить. Всех довести до кондиции, наверное. Ну вот, девчоночки. Можно сказать, я наелась я. Кстати, север тоже вкусный. Но это у меня украинский север. Может, есть другой, я не знаю. А, есть, да. Мне же еще с России привезли север. И с Украины есть север. Это побелка. Побелили подъезд. Ой, господи, ты боже мой. Ну вот. Спасибо вам большое за просмотр. За лайки. Что вспоминаете меня? Мои видео. Это действительно для меня важно. Вот. И у меня к вам, наверное, просьба такая. Я человек.